Дорогие наши клиенты, хочу обратить ваше внимание на чернила 3 Engle RXV. В первую очередь хочу обратить внимание тех клиентов, которые еще не перешли на эти чернила, а печатают на уже почти пропавших бордо, либо на оригинальных чернилах, либо на чернилах производителей из Китая. Значит, какие преимущества у этих чернил? Первое преимущество – это то, что они совершенно не имеют запаха. То есть их можно использовать даже в помещениях, приспособленных для жилья. То есть если у вас офис находится, допустим, в жилом доме на первом этаже. Второе очень хорошее преимущество перед другими – это то, что они высыхают практически мгновенно. То есть при печати сразу можно делать намотку без каких-либо повреждений изображения. Третье, это расход чернил снижается в среднем на 20%. За счет этого вы экономите, и картинка не получается блеклая, а получается насыщенная. Еще одно преимущество, то что по цене они легко конкурируют с другими производителями, даже у некоторых выигрывают. А в силу того, что они очень качественные, это еще один плюс. Еще бы хотел сказать, что они очень стойкие, практически, ну, выгорания за год, за два практически даже и нету никакого. То есть картинка остается, ну, на года очень яркой, насыщенной. Плюс хочу сказать, что вот если вы берете пленку нашу Solajet, то эти чернила на нее ложатся просто превосходно, цветопередача идеальная. Тем более для пленки Solajet и этих чернил уже сделаны специальные профиля для станков. То есть, если даже у вас стоит Roland, то вообще проблем не будет. Наша сервисная служба приедет и настроит вам станок под эти чернила и под эту пленку. То есть, у вас будет настроено, у вас будет экономия, и клиенты будут всегда рады, потому что качественно настроенный профиль будет выдавать идеальную цветопередачу, и ваши клиенты будут всегда уходить от вас довольны и счастливы. С вами был Илья. Покупайте наши чернила и наш материал. Всего вам доброго.